И всем привет! Сейчас я нахожусь в Америке. Я приехала сюда по программе Work and Travel. Да, work мой не начался, но travel уже немного был. Я 3 дня перед тем, как заехать сюда. Я сейчас нахожусь в штате Массачусетс, вот, в городе Фолмут. И сегодня я вам покажу дом. Перед этим я была 3 дня в Нью-Йорке. Вот, я не могла сюда приехать в свой штат, потому что у меня не ходил автобус 3 дня, и я еле выловила свои билеты. И сейчас я вам покажу дом, в котором мы живем. Вот смотрите, какой он классный фасад, вы уже можете здесь видеть. А сейчас я покажу, что внутри. Погнали. Тым-тым-тым, заходим. Смотрите, тут цветочки. 25-я, я не помню, какая у нас улица. Телевизор. Такая вот ванна. Вот это окно, правда, оно какое-то низкое, мне кажется. Надо его закрыть каким-нибудь полотенцем. Здесь вот 2 комнаты. Здесь же другие, а вот здесь мы живем с девочкой, которую тоже зовут Оля. Вот ее кровать, вот моя кровать. Смотрите, у меня такой матрас интересный. Он не по размеру кровати. Ну да, его тут не видно. И если не так сесть, то можно грохнуться. Вот такой вот криповенький светильник, который я использую в качестве держателя для украшений, бананчики всякие. Здесь водичка, расческа, которую я недавно заказала, зеркало. Привет! Вот такая вот вешалка, где висят полотенца. Да, вот так она в целом выглядит. Вот тапки. Кресло-качалка. Оля! Вот, смотрите. Покачаемся. Да, тут еще церковь недалеко, и она так звучит вообще крипово. А еще сегодня ночью у нас упала вешалка, и мы думали, что это призрак. Это просто вешалка открылась. А вот это вот кухня. Электроплита. Вот тут вся еда, которую купила Оля. Вот, в магазинах американских столько с еды вообще. Огромное количество. Больше, чем у нас в России. Смотрите, тут вертолет какой. А как он включается уж? Сейчас его надо дернуть? Если честно, нет. Нет? Ты можешь его дернуть, только когда это крутится. А чтобы она крутилась? Нужно включить, да? Вот, смотрите, я такой только в американских фильмах видела. И все, вау, клево. Вот это. А это холодильник с едой, правда? Это не все наше? Да, это не все, конечно, наше, но вот моя полка, я сегодня растерялась и купила, ну, достаточно еды. Вот, хватит, в общем, не столько еды, вот, в общем, сколько я еды купила. Так. Я теперь покажу лаундри, если... Так, закрыто. Спускаемся вниз. Опачки. Так, вот тут лужайка, терраса небольшая. Можно сидеть, отдыхать. Также можно, мне кажется, загорать здесь. Кайф. Так, пойдемте, я покажу лаундри. Печки. Вот это как все выглядит. Не знаю, что это здесь. Посажено что-то. Вон удочки. Можно рыбку половить. А, you're welcome. Заходим. Смотрите. О, это американская стиральная машина. О, видите? А когда я еще спросила Оли, где сушилка, потому что я хотела высушить вещи, она мне сказала, что вот сушилка, вот сюда закидываете вещи и ставите, крутите эти кнопочки и ставите на ту мощность, выбираете, в общем, режим, и она высушится, то есть можно 10 секунд, на 20 секунд, на 10 минут, 20 минут поставить. В общем, очень-очень классно. Я такую первый раз увидела, я хотела увидеть сушилку, которую вот просто ставишь и вешаешь вещи. Но, как видите, в Америке по-другому. Так, выходим отсюда.
Выходим. Все, мы вышли. Вообще здесь очень жарко, климат сравнительно немного отличается от русского климата. Вот. Перед этим, как я говорила, я была в Нью-Йорке 3 дня, но оттуда видео я не записывала, потому что просто наслаждалась пребыванием в Нью-Йорке до тех пор, пока не появились билеты на мой автобус. Я буду работать в супермаркете Шоус. Сегодня мы туда ходили, там такой ассортимент просто. Это просто вау. Так, сейчас. Идемте сюда. Вот, мусорка. Это чей-то домик. И там где-то находится церковь, которая, ну, так страшновато ночью звучит, я бы сказала. Вот. В общем, вы можете зайти в мой инстаграм, ссылку я оставлю внизу, и можете посмотреть все видео с Нью-Йорка. Я в хайлайте оставила это. И, в общем, заходите скорее в инстаграм, смотрите там фотографию с Нью-Йорка и смотрите мои влоги. На этом все. С вами была Оля, всем пока, до новых встреч. И покажу еще раз вам наш миленький домик. Правда круто? Мне нравится. Пока.